Мягкий дым на губах – это то, что я люблю. Мягкий шоколад тает на моих нежных губах. Значит, вот моя прическа. Показываю раз и все. Вот. Сегодня я такой вот. Минитирование сделали мне. Вот. Барбершопы поработали на славу, так сказать. Пацаны знают свою работу. Вот, 3000, 2,5 прическа по 500 минитирования. Вот, сделали мне причесочку. Немножко, ну, я немножко еще ее, это самое, она взъерошилась, потому что я ехал на машине, окно открыто. Вот, значит, вот, да. Меня вон, пацаны молодцы, знают свою работу, занялись мною конкретно. Прическу сделали, потому что скоро ж, это ж все, скоро ж уже ж... Там ж праздник же, там ж скоро же бы. Да, еще хочу себе татуировки сделать там всякие, да. Хочу татуировки себе на теле там всякие, ну, разные, модные там сейчас. Какие там москвичи делают себе там, ну, разные там, типа, ну, не знаю, там, My Life, My Rule, Spride, там, не знаю. Ну, что-то такое, типа, модное. Весь хочу татуировки сейчас набить себе. У нас барбершопы, пацаны с Москвы работают. Ну, типа, шарят за моду. Вот, так я поехал, 3000 всего отдал, ля, какую я стал. По улице хожу, я начал замечать, да, как девочки как-то на меня смотрят. Вот тут вот, что сделали, да, вот это. Вот это, сука, не люди. Если ты, сука, тебе там, допустим, может быть, что у тебя нет вкуса, я не спорю, тебе что-то не нравится во мне. Базара ноль. Вот это, сука, тоже, ля, прическу взял, вот, вот новую мою, и туда ее. Ой, какие, сука, чамары. Дед, я думаю, ты не лысый, просто пока ты спал под мотоблаком. У тебя на черепе смышлевские петухи свили себе гнездо, и своими жопами натерли тебе проплешины. Шо? Привет, пожилая Балтика. Не слушай этих попущенцев, которые на тебя пиздят. Ты мудрец и всех их умнее. Да. Люблю тебя. Передай привет Боги из города Ореш. Его бабки не любят. Здоровья тебе, мой сладкий. Ой, из города Ореш, привет. Дедушка Хуа меньше, чем три приска. Супер. О, Марина, привет. Привет, зая. Спасибо, спасибо, солнышко. Спасибо. День. Что мне ему сделать? Около моей машины бегает тухлая, грязная. Плешивая, немытая баллонка. Вышел угостить ее сосиской. Смотрю, а это Валера. Я прогнал его, но сосиску он съел. Тоже бан, вот это. Мразь тупорылая, тоже туда же, понял, сука? Вот, смотри, сделал себе прическу. Ай, мне туда бомжей напихали. Я сделал прическу, милитирование себе сделал, видишь, розовое. А эти чамары, блядь, туда бомжей нацепили. Нормально, да, ок. Хорошо, допустим, базара их сня. Ты ж видишь, что здесь? Присмотрись внимательно. Это мои волосы. Мои волосы на петрушке. Я считаю, что это, сука, оскорбление стримера максимально. Ни одного стримера вот так вот не цепляют на животных, понятно? Вот, смотри. Прикинь, на тюленя ебанули меня. Грунт, прикинь. Это у них какая-то программа там на вот этих дебильных телефонах, вот эти вот. Не, объясни мне, здесь прикол какой. Не, ну объясни, ну реально, ладно, там я что-то там, да, подковырку какую-то сделали там. Ну какой-то типа прикол там, да, я там стою, допустим, бухаю там или еще что-то, яйца чухаю там. Взяли мои глаза, на вот эти поставили, чвырки, которые клацать. Я вообще этого не понимаю, типа смысл. У меня в группе ВКонтакте там сколько, больше 100 тысяч их. И они там вот тут сидят, сука, я уже половину перебанил. Прикинь, что делать? Это типа пена смотрит в увеличитель, типа, да? Ну в этот, как он? Телескоп. Микроскоп. И типа он увидел меня, который типа я ебаная молекула, да? И типа я там уже баню. И сам прикол в том, что там разные люди скидывают, прикинь? Ладно, там один какой-то чамар больной. Так у них там, сука, целая уже секта чамаров. Ля, прикинь, сука.
просто взял, типа, моя прическа, и он, типа, утепляет потолок стоит, чел. Никаких причесок своих, я ничего вам не покажу больше, понятно? Пиздец. Вот это вот я понимаю, да. Вот такие, допустим, фотолупы, да, я такое приемлемо отношусь к этому. То есть одобряю. Вот это вот, смотри. Да, это действительно класс. Это я. Здесь я могу сказать, да, это классно. Москва-Сити, БНВ, я. Стою на фоне своего дома. Да, это красиво, это модно. Это must-have, современно. Это классно. Понимаешь? Вот это да, это концептуально. Это я одобряю. А вот эту парашу я терпеть не буду. Понятно? Я тебе сказал, все. Что у человека вообще на уме, чтобы он вот это, сука, сделал?